пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега. Днем минус 1, минус 3 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, кратковременный снег. В светлое время суток минус 2, в темное минус 3 градуса. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, снег, днем минус 2, ночью минус 3 градуса. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде небольшого снега. Днем минус 2, ночью минус 4 градуса. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.